Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильная. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Давайте гаражом. Я помню эту решеточку. Надо просто... Да я тебя сожрать, если первый не придешь! Черт, я не пролезаю! Ладно, ты тут отошел. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Ну что же за непруха такая, ёптель-тёптель. Давай, моя прелесть! Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Ну что же за непросто такое? Эмля! Чё за... Э, кто? Шухер, пацан! Ты тащил с собой, ублюдок? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или конокос? Артём! Чё за... Что ж, мудрое решение. Печальный. Появление Хана было для меня полной неожиданностью.